Маленькая деревня, не больше 50 дворов. Да из них многие уже давно перебрались в города. Сюда приезжают лишь на лето. Единственным источником питьевой воды круглый год здесь является родник. Местные жители с гордостью говорят: наша вода настоящая, живая. За ней даже из других районов приезжают. Из родника воду приносим, пьем в жаркую погоду. Не болеем ангиной, так что она считается целебной. И зимой мы пьем сразу с колодца, так что не с колодца, а с родника. Не болеем. Всю жизнь пьем бедненько. Куда деваться? Большей воды нету у нас. А где пить? Воду, трубопровода нету, не дают. А кто будет воду, линию провести? Правда, с каждым годом обустройство родника становится все хуже. Ступени, ведущие к источнику, буквально рассыпаются, делая подход небезопасным. Да и доски практически сгнили и шатаются. Но у жителей нет альтернативы. На родник они приходят по несколько раз в день и своими силами стараются поддержать порядок на территории. Я на Уразабейрам очень красиво чистила. Думаю, Курбанбейрам опять почищу и здорово буду. Аллах верса. У меня колонки нет, насоса нет, так что вот чишма есть. Спасибо вам. Снова надо косить теперь. Вот. Возможно, в скором времени одной проблемой в этой деревне станет меньше. В ситуацию вмешались прокуратура Краснокамского района и Роспотребнадзор. В ходе совместной проверки был выявлен ряд нарушений, касающихся обустройства родника. Нарушение санитарных норм и правил на каптажной камере общественного родника не предусмотрены горловина с люком и крышкой, вентиляционная труба. Территория вокруг каптажа не ограждена. Неизвестен материал стен каптажной камеры. До настоящего времени администрация сельского поселения Кореевский сельсовет не разработана программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий на объекте нецентрализованного водоснабжения. Кроме того, не разработан проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение безопасности для здоровья воды из родника. Прокурор района вынес в адрес главы Киреевского сельсовета представление об устранении данных нарушений. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.